Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Об этом во вторник написал у себя в Твиттере Дональд Трамп. О причинах такого решения ничего не сообщается. По словам президента, должность главы внешнеполитического ведомства теперь займет директор ЦРУ Майк Помпео, а разведывательным управлением будет руководить его заместитель Джина Хаспел. Она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ. Рекс Тиллерсон находился на посту госсекретаря с 20 января 2017 года. До этого он руководил нефтяной компанией ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался. Слухи об отставке Тиллерсона появились еще летом прошлого года. Ряд американских изданий сообщили о разногласиях Трампа и главы Госдепартамента. Тиллерсон якобы даже написал заявление об уходе, но его убедили остаться.